Теперь вы муж и жена. Как это трогательно. Вместе навсегда. Мы станем родителями. Девочки готовы? Кому же достанется букет? Ловлю. Мне. Нет, я хотела. Ой, а что-то произошло? Что у тебя с животиком? У вас будет малыш. И я тоже хочу лалилу. Пойдем в мастерскую. Заходи. Я тоже хочу быть мамой. Возьмем шарик. Нарисуем разметку. Разрежем ножничками. Примерь. Не подходит по цвету. Найдем воздушный пластилин. Смешаем оттенки. Отлично. Покроем сверху. Пройдемся кистью. Украсим кружевом. Милая наклейка. Зависть. Что скажешь? Теперь мне нравится. Спасибочки. Обрадую любимого. Где же зависть? Дорогой, я здесь. Слышишь музыку? Ух ты, конкурс животиков. Пойдем. Но я стесняюсь. Я буду держать за тебя кулачки. Есть еще желающие? Да, я. Прошу, поднимайтесь. Девочки, я с вами. Ого, какой большой. Мамочки презентуют свои животики. Ставь лайк, чтобы зависть заняла первое место. Проверим размерчик. Ну что там? Теперь ваша очередь. Измерим радость. Зависть. У нас есть победитель. А где будущий мамочка? Выходи. Эй. Чего ты ждешь? Я смущаюсь. Uh-oh. Ну же, будь смелее. Поздравь свою любимую. Yes. В общем, я хотел... А, растерялся. Мне неловко. Давайте поддержим стыд. Спасибо, спасибо. Зависть, ты самая красивая. Yeah. А вот и ваша медаль. Лучший животик на конкурсе. Но это не все. Подарки от спонсоров. И еще. Yes. Давай скорее спускаться. Попугай в парке. О, он может налететь на животик. Пошли отсюда. Ой, кот, а вдруг блохи? Фу, давай присядем и отдохнем. Не бойся, малыш, мы защитим тебя. О, собака! Так не может продолжаться. Вам нужен пояс-подушка. Возьмем плюш. Подготовим ткань. Начертим выкройку. Аккуратно вырежем. Прошьем нитями. Вставим синельную проволоку. Милый котик. Захватим аэрограф. Перекрасим заготовку. Выделим ушко. Маленькие лапки. Выберем маркер. Нарисуем мордочку. Суперзащита для животика тревожности. Ура! Крошка будет в безопасности! Ой, а это удобно. Мне нравится пояс-подушка. Здесь свободно, я присяду. Ой-ой, наши котики похожи. Ага. Нужно проверить, в порядке ли малыш. Звоню врачу. Алло, приезжайте. А вот и скорая. Сделаем снимочек. Дорогуша, это нужно убрать. Нет. Ладно, попробуем с ней. Расслабьтесь. Что, котенок? Как это возможно? Все дело в подушке. Без нее будет лучше. Теперь другое дело. Посмотрим. Наш малыш. Фу, с ним все хорошо. Мы любим тебя. Приветики, как дела? Вау, милашка. Животик урчит. Да ты проголодалась. Я сейчас. Лалилу, мне нужен помощник. Будет сделано, шеф. Приготовим пончики. За дело. Замесим тесто. Понадобится тростниковый сахар. Теперь яйца. Великолепно. Возьмем муку. Упс. Аккуратно высыпаем. Тщательно перемешаем. Вуаля. Почти готово. Добавим джем. Ежевичный. Украсим посыпкой. Нужна коробочка. Держи. Упакуем пончики. Вкуснятина. Поспешу к подружке. Смотри, что у меня есть. Вау! Будешь, угощайся. Yeah.
Ням-ням, спасибо. О нет, испачкалась. Я так и знала. Мне не стоило их есть. Не беспокойся. Я тебе помогу. Вот так. Что скажешь? Мне нравится. Боди-арт. Ой, мой животик. Мне нужен доктор. О нет, ты как? Ой-ой, что же делать? Алло, срочно приезжайте. Как раз вовремя. С ней все в порядке. В больничке узнаем. Скорее. Малыш пинается. Только не нервничайте. Ложитесь, дышите. У вас температура. Я сейчас. Милая, ты как? Нужны салфетки. Фу, так жарко. Сейчас будет лучше. Ой-ой, доктор. Что же делать? Малыш, папа рядом. Где же все? Я уже здесь. Послушаем. Время пришло. Ох, я так волнуюсь. Надо что-то придумать. Как помочь, любимый? А это что? Почему так долго? Фу, Лалилу! Умоем личико. Нарисуем глазки. Перекрасим волосы. Лучше в красном. Сделаем юбочку. Яркие бантики. А вот и сестричка. Оу, злость уснул. Хочешь к папе на ручки? И вторая малышка. О, я не спал. Мои доченьки. Ставь лайк, если тебе понравились наши детки. Моя маленькая злючка. И малышка радость. Спасибо за помощь, доктор. Люблю тебя, радость. И я тебя. А теперь на гендер-пати. Слоник Бинго-Бонго, он переместит нас в мастерскую. Немного магии. Лали-кадабра. Захватим краску. Скрепим половинки. Маленькие надрезы. Приклеим бахрому. Добавим петельку. Пиньята поможет узнать пол малыша. Что за эмоция прячется внутри? Где же злость и радость? А вдруг не придут? Привет, не опоздали? Мы пришли не одни. Скажите привет. Милашки. Везет же им. Узнаем пол малыша. Кто же у нас будет? Как думаете? Девочка. Я думаю, мальчик. Зависть, что скажешь? Будет хомячок. Без паники, сейчас узнаем. Надеюсь, никто не пострадает. Кто же будет у тревожности и страха? Напиши в комментариях. Доченька! Уже? У всех есть детки, а у меня нет. Это нечестно. Где же Аист? Не плачь, любимая. Хочу быть мамой. Ты залила весь пол. И что? Милая, потоп, что скажут соседи? Хочу малыша. Без Аиста не обойтись. Очистим веточку. Сделаем ножки. Подкрутим кончик. Каркас птички. Покроем тканью. Сгладим шерстку. Возьмем ножнички. Напиши в комментариях, есть ли у Аиста ушки. Привет, птичка. Будешь хот-дог? Возьмем перышки. Дополним крылышками. Затянем участки. Аист готов к первому заданию. Ничего не перепутай. Поспешу, родители ждут. А вот и их домик. Открывайте. Где мои детки? Не слышат. Упс. В обучении такого не было. Малыши проголодались. Что же делать? Сейчас я что-то придумаю. Ой, зачем так громко? Вы к нам? Ну, наконец-то. А хомяк? Это не мой малыш. У меня все четко записано. Не может быть. И что мне с тобой делать? Не нести же обратно. Ага, удачи. Забыл проверить почту. Хомячок, зависть, смотри. Получилось. Теперь можно улетать. Лалилу, нужна песочница. Соберем основу. Закрасим стыки. Подготовим деревяшки. Ух ты, красота! Дополним принт. Отпилим кусочек. Украсим бортик. Вуаля!
затонируем пастелью. Чего-то не хватает. Точно, песок. И набор для игр. Малыши, вперед! А тут точно безопасно. Поиграйте, будь осторожна. Хомячок, не отставай. Грызуну нравится в песочнице. О, отпусти, пушистик. Хочешь покататься? Присаживайся. Хорошего полета. Построим замок из песка. Гладенько. А теперь я все сломаю. Спасите! О-оу, так нельзя. Не плачь, доченька. Я вас откопаю. Нужно извиниться. Мне. Давайте вместе играть. Ой, я следующая. Не пойду к ним. Посидим лучше на лавочке. Это птица? Это самолет? Нет, это хомячок. А, ничего не вижу. А вот и пушистик. Иди ко мне, малыш. Детки, нам пора. Время готовиться к празднику. Захватим с собой крышечку. А вот и второй ярус. Перекрасим в белый. Пройдемся пастелью. Сладкие конфетки. Это их первый день рождения. Побежали праздновать. Ура, малышкам годик. Даже не верится. А где же их папы? Мы тут, с подарками. Страх опять опаздывает. Бегу, бегу. Смотри, куда идешь. Держи, милая. Скорее открывать. Хочу быть первой. Я помогу. Ой-ой, там что-то двигается. Вот так сюрприз. Вау, а у меня что? Ура, карандаши. А у меня кукла. Я хотела машинку. Хотите знать, что у вас? Блокнотик Кэтнэп. А почему не Барби? Ох, стыд. Остался еще один сюрприз. Ох, а он свежий. Там нет аллергенов? Конечно, нет. Его приготовили Лалилу. Тебе нравится? Хочу съесть верхушку. Время так быстро летит. Угу, давайте играть. Какие шарики! Я тоже хочу один, и я. Вот, держи. Давайте играть в догонялки. Быстрее. Вставай, я помогу. Деткам так весело, с радостью. Ой, кто это идет? Расступитесь. Hello. Ты кто? Смотри, какие шарики. Сейчас я их проколю. Вау, что это? Ура, конфетти! Возьмем коробку. Разноцветные палочки. Откусим часть. Заполним все края. Украсим цветочками. Кинетический песок. Заполним внутри. Песочница готова. Можно идти играть. Малыши очень любят песочек. Насыпь мне формочку. Okay. Всегда пожалуйста. Thanks. Играть вместе так весело. Что вы тут устроили? Я буду играть один. Ух, гнев всех разогнал. Песочница только моя. Могу делать, что хочу. Можно с тобой? Тебе можно. Похоже, гневу нравится радость. Вот так. У меня идея. Давай строить замки. У малышки вышло намного лучше. Вот так тебе. Какой ты надутый. Расслабься. И правда. Гневу и радости хорошо вместе. Возьмем куколку. Покроем акрилом глазки. Теперь брови. Немного пастели. Наденем шапочку. Примерим пряди. Супер! Подровняем волосы. Какая веселая стрижка. Время наряда. Это подойдет.
Пора одеваться. Вот, держи. Образ почти готов. Отрежем кончик. Остался рюкзак. Радость готова идти в школу. Спасибо, Лалилу, я так волнуюсь. Это наша новенькая Радость. Привет-привет. Это же она. Привет, Гнев. Я сяду здесь. Тут сидит мой рюкзак. Я сяду с тобой. Рюкзак надо убрать. Как тебе понравится это? Ну вот и отлично. Пора начинать урок. Дети, решаем пример. Сколько будет 3 плюс 2? Ответ пиши в комментариях. Я знаю, можно к доске. Это же жвачка. Будешь знать. О, как грубо. Гнев, можно твой рюкзак? Откроем его. Возьмем капсулу. Проделаем отверстие. Отрежем кусочек. Обработаем край пилочкой. Добавим курок. Приклеим кольцо. Теперь зубочистки. Откусим кончик. Грозное оружие. Нужно поставить на место. Гнев идет к своему шкафчику. Любимая, почему я не могу признаться? Время пошалить. Где мой любимый пистолетик? Вот он, поберегись. Отличная мишень. Прицелиться. Оп! Очень метко. Ой, осторожнее. Это же директор. Гнев, снова ты. А ну быстро все тут убери. Вот тебе ведро и швабры. Не хочу убирать. Аккуратнее, тут скользко. Ловлю. Не за что. Давай я тебе помогу. Вот так. Сейчас все вытрем. Вдвоем уборка быстрее. И веселее. О-оу, неужели это любовь? О, такой красавчик. Моя милая. Какая чудесная парочка. Возьмем колбу от цветка. Красный акрил. Детальки Лего. Прикрепим к колбе. Добавим на носик. Старые наушники. Вставим в отверстие. Инструкция на корпус. Использовать в экстренных случаях. Радость пригласила Гнева на свидание. Опаздывает. Ну где же она? Я начинаю злиться. А вот и я. У меня для тебя сюрприз. Завяжи глаза. Я ничего не вижу. Идем, идем. Можешь смотреть. Свидание в кинотеатре. Я уже купила билеты. Хочу попкорн. Очередь такая длинная. Попкорн, пожалуйста. О нет, его все меньше. И нам попкорн. Простите, уже закончился. Что? Хочу попкорн! Пожар! Нужно срочно потушить. Вспыхивать в кинотеатре против правил. Вот так, милый, я все вытру. Примите наши извинения. Вот корзинка со сладостями. Спасибо, любимая. Ничто не помешает свиданию. Пора сделать предложение. Соединим элементы. Добавим клювик. Покроем белым акрилом. Свадебные голубки готовы. Ты выйдешь за меня? Летите скорее к Гневу. Все уже почти готово. Еще рано. Кыш-кыш. Привет, дорогая. Присаживайся. Это Себастьян, он нам сыграет. Как романтично. Себастьян старается вовсю. Эй, можно чуть тише? А,
Что ты сказал? Я не слышу. О, слишком громко. Тогда я сыграю на гитаре. Уходи. Милый, тише, успокойся. Обидеть музыканта может каждый. Прости меня, дорогая, это еще не все. Я люблю тебя, ты будешь моей женой. Вот это сюрприз. Yes! Да-да, я согласна. Пора готовиться к свадьбе. Лалилу, помоги с платьем. Конечно, радость моя. Thanks. Вырежем детали. Прошьем на машинке. Примерим платье. Завяжем поясок. Синие цветочки. Соберем бисер. Венок в волосы. А где мой букет? Держи, невеста. Как пахнет! Просто и элегантно. Позволь провести тебя к алтарю. Радость, очень счастливая невеста. Лишь брезгливость, как всегда, недовольна. Ах, моя красавица! Платье так себе. Можем начинать. Этот музыкант снова здесь. Дорогой, не отвлекайся. Согласны ли вы стать мужем и женой? Я тебе покажу. Ах, как интересно. Устал. Простите меня, спешу загладить вину. Меня тошнит. Пора кидать букет. Раз, два, три. Мисс, что вы делаете вечером? Общее фото на память. Что это у нас в чемоданчике? Возьмем одну. Прикрепим сверху. Уберем лишнее. Приклеим ручку. Можно готовить коктейли. Радости нужны витамины. Как хочется вкусненького, да, животик? Я принесла обед. Что это у тебя? Пицца, ты будешь? Тебе нужна здоровая еда. Я сделаю коктейль. Лучок, сыр, банан и пицца сверху. Какая гадость. Это очень вкусно. У будущих мам свои причуды. Попробуй. Как пахнет. Ну уже вставай. Ты должна попробовать. Надо бежать отсюда. И что ей не понравилось? Вау, кто внутри? Это же малышка Злюка. Покроем волосы акрилом. Вот тебе мишка. О, у тебя не просто успокоить. Держи соску. Положим в конверт. А вот и вторая сестричка. Быстрее, доктор, уже пора. Подождите немного. Как вы себя чувствуете? Хорошо, но малыш скоро появится. Одну минутку. Куда это она ушла? Пройдемте в кабинет. Совсем скоро в семье будет пополнение. Ох, как долго! Не могу ждать! Когда же все кончится? Поздравляю! Вот ваша малышка! Наконец-то! У-тю-тю, моя маленькая! А-а-а! Засыпай! А вот и вторая! Два ребенка! Какие милые! Можно подержать? И ваш третий ребенок. Что? Как третий? Не похож. Ошибочка вышла. Радость отлично справилась. Наши чудесные детки. Так похожи на нас. Поздравляю с пополнением. Хочется чего-нибудь вкусненького. Сейчас принесу, любимая. Прошу. Круассан. Ями. Мой животик! Как ты, дорогая? Я сделала тест. У нас будет еще одна малышка. Тревожность станет старшей сестричкой.
Возьмем куколку. Умоем личико. Нарисуем бровки. Выразительный взгляд. О-о, а как же волосы? Каникалон, скорее! Good. Украсим лентой. Нужен спрей для волос. А наряд? Снимем замеры. Аккуратно вырежем. Теперь это гольфик. Нарисуем полосочки. Теперь штанишки. Вуаля. Затянем пояс. Спасибо, Лалилу. Мам, пап, привет. Вы меня слышите? Как там наша малышка? Они меня не замечают. Сестричка уже любит больше меня. Мама, папа, я вам больше не нужна? Не сейчас, сладкая. Бедная тревожность. Они меня не любят. Доченька, ты чего? Иди ко мне. Папочка с мамочкой рядом. Раньше вы проводили со мной больше времени. Прости нас. Мне нужно больше внимания. Крошка, не плачь. Папочка рядом. Мы тебя любим. Ну вот, опять. Ой, кажется, началось. Срочно, врача! Я уже здесь. Вам нужно в больницу. Ты как, любимая? Животик! Лалилу, нужна помощь. За дело. Иди к нам, крошка. Ускорим время. Смоем лишнее. Нарисуем глазки. Зеленая краска. Приклеим реснички. Выберем глиттер. Блестки. Хочу платьице. Что же выбрать? Не то, оно. Примерим наряд. А вот и малышка отвращения. Наша милая доченька. Пора домой. Вся семейка в сборе. Ты просто чудо. А на меня им все равно. Эх, остается лишь одно. Дорогой дневник, я ненавижу свою сестру. Пушистик. Спокойной ночи, девочки. Пора спать. Уснула? Теперь можно и поиграть. Мама, папа. Что случилось? Сколько мусора. Кто это сделал? Это тревожность. Ты наказана. Алло, служба отлова животных? На месте. Вот он. Папа, не надо. Отпустите. Пожалуйста. Прости, это моя работа. Забрали моего единственного верного друга. Марш в свою комнату. Лалилу, но ведь у меня скоро праздник. Вытрем слезки. Пора готовиться. Разложим фоамиран. Начертим макет. Пройдемся ножничками. Нанесем принт. Соберем колпачок. Напиши в комментариях, что в коробочке. Это помпоны. Приклеим сверху. Образ для праздника. Примерь. Спасибочки. У меня день рождения. Но где же все? Поздравляем! Спасибо, вы лучшие. Чак, рада тебя видеть. А я тебя. Колпачок. Спасибо, тревожность. Время дарить подарки. Вот это да. Это все мне. Поиграем в дженгу? Скукотища. Сменим пластинку. Музыку погромче. Почему никто не танцует? Она крутая. Вы куда? Зажжем. Хей, красотка. Сходим в кино? Цветочек. Сестричка затмила именинницу. А как же я? О, милая. Не плачь, детка. Мы любим тебя. Кажется, только сладости поднимут настроение. Лалилу, что скажешь? Возьмем коробку. Достанем воздушный пластилин.
Раскатаем тесто. Вуаля! Разрежем на полосочки. Найдем корицу. Посыпаем сверху. Скрутим синнабон. Отлично! Немного подрумяним. Покроем глазурью. Сверху шоколад. Можем забирать. Держите. Сюрприз для доченьки. Тревожность. Смотри, что у меня есть. Мама, не трогай меня. Но это же твои любимые. Я почти вас простила. Угощайся. А почему все ей? Тебя мама зовет. Только ничего не трогай. Можешь не торопиться. Невероятно вкусно. Ты что, все съела? Было очень вкусно. Последний кусочек. Ну, хоть что-то. Что здесь происходит? Ты поделилась с сестренкой? Нет, папочка. Как же так? Она мне ничего не дала. Тревожность. Отдай сейчас же. Но это неправда. Кушай, милая. Вот еще вкусняшки. Спасибо. А ты за уборку. Почему я? Я их даже не попробовала. Это ты виновата. С меня хватит. Я ухожу из дома. Лалилу, нужен чемодан. Возьмем контейнер. Вытащим плойку. Раскрасим кейс. Зафиксируем шлейки. Ножки-полубусинки. Украсим наклейками. Тревожность забирай. Теперь я смогу сложить вещи. Минутку внимания. Ты такая милая малютка. Я им не нужна. Ноги моей здесь не будет. Соберу все вещи. Самое необходимое. А где? Папа, встань. Ты куда-то собралась? Я ухожу. Папуля. Передавай всем привет. Назад пути нет. Не хочу здесь оставаться. Буду жить здесь. И на мусорке неплохо. Ой, что это? Мне страшно. Пушистик, я так рада. Теперь я не одна. Только животик урчит. Свежая выпечка. Можно мне булочку? А денежки есть? Свеженькая. И ты проголодался. Котик ничего не ел. Кушай, а я что-то придумаю. Точно. Я знаю, где взять денежки. Лалилу, мы поможем. Магия Лалилу. Отрежем лишнее. Покроем фоамираном. Нарисуем цветочки. Завяжем бантик. Примерь шляпку. А вот и вывеска. Мы с тобой разбогатеем. Готов, пушистик. Фото с котиком $1. Поцелуйчик от котика $100. Милашка. Хочу, хочу. Сколько денежек? Улыбочку. И еще вот так. Ваше фото. Супер, я тоже так хочу. Дождик из денежек. А теперь немного поцелуйчиков. Отлично сработано. Любимый, посмотри. Ты похожа на нашу дочь. Папочка, это же я. А мы не заметили. Почему ты плачешь? Хочу велосипед. Купим, родная. Но это ведь я заработала. Несправедливо. Нужно делиться, дочка. Пошли в магазин. Сегодня выходит головоломка. Нужны билеты на премьеру. Вы должны туда попасть. Превратим афишу в коробочку. Колпачок. Подберем краску. Пройдемся кистью. Заглянем на кухню. Понадобится кукуруза. Вот и попкорн. Наполним ведерко.
Магия Лалилу. Аккуратно вырежем. Мы не опоздаем? Сеанс вечером. А как же попкорн? Мы все предусмотрели. Держи. Вот девочки обрадуются. У меня сюрприз. Билеты в кино. Держи. Пойдем всей семьей. Не хочу, я обиделась. Уверена? Они так похожи на нас. Головоломка. Что же ты сразу не сказал? Поторопимся. Я так рада. Можно я первая? Ого, вы так похожи. Бывает же такое. А кое-кто не пойдет. Мой билет. Давай посмотрим. А тебе нельзя. Видишь табличку? Вход запрещен. Хочу в кино. Сейчас все выясним. Оставьте ее. Я хочу в кино. Подожди нас здесь. Не плачь, крошка. Мультик вот-вот начнется. Глянем одним глазком. А я? А вот и наши места. Приятного просмотра. Начинается. А как же тревожность? Она совсем одна. Мы ее совсем не замечали. Бедная наша тревожность. Нужно все изменить. Прости нас, доченька. Я больше так не буду. Мы любим тебя. У меня идея. Я сейчас. Лалилу, нужен набор для рисования. Начнем с глиттера. Распилим емкости. Подготовим краски. Наполним баночку. Чик-чик-чик. Упакуем в коробочку. Валик в комплекте. Установим на мольберт. Подпишем. Малышка, забирай. У меня сюрприз для всей семьи. Доченька, ты молодец. Это так мило. Позову тревожность. Дочка, взгляни. Это так круто. Я старалась. Хочешь попробовать первой? Я помогу. Вуаля! Мама, папа, смотрите! Красота! И я хочу. Сделаем вместе. Отлично получается. Папа, твоя очередь. Я готов. У тебя особая миссия. Круто! Как вам? Отлично, любимый. Заменим портрет. Так намного лучше. Ура, мы все вместе. Пора в школу. Я буду скучать по вам. Пошли, деточка. Познакомьтесь с новой одноклассницей. Привет, я тревожность. Ох, какая красотка. Приветик. Добро пожаловать, я радость. А это мой парень. Ой, рада знакомству. У меня есть для тебя кое-что. Спасибочки. Ой-ой, Лалилу. Фух, поймали. Пора сменить имидж. Нарисуем глазки. Голубые радужки. Выразительный взгляд. Нужна новая прическа. Желтая ткань. Такая яркая. Вырежем платьице. Украсим цветочками. Примерка. Туфельки в цвет. Теперь я готова. Нужно найти злость. Хочу порадовать тревожность. Уже не терпится ей показать. Устрою ей сюрприз. Ну уж нет, у меня есть план. Так-то лучше. Милая, готова? Фу, что же там? Посмотри. И это твой сюрприз? Радость! Меня подставили! Злость, но ведь я люблю тебя! Уходи, он любит меня! Но... Пока-пока! Как же так? Почему? Прости, любимая! Не хочу тебя видеть! Она должна простить меня! Лалилу, помоги с подарком! Возьмем Фоамирана, соберем складки. Выберем трубочку, отрежем кусочек, вставим заготовку. Открывается. Зальем термоклеем. Выберем бусину, то, что нужно.
Веер поможет охладиться. Спасибо. Эх, я тоже хочу, чтобы ко мне относились как к принцессе. Милая, смотри. Это опахало. Мне не нравится. Хочу другие подарки. Всего и побольше. Что-то точно подойдет. Все для тебя одной. Чтобы не было жарко. Хочется кушать. Но не это. Злость. И что будешь делать? Поехали в Макдональдс? Давай, мне гораздо лучше. Готова? Да. Мы на месте. Домчались с ветерком. Они все еще вместе? Животик урчит. Официантка. Это мой шанс. Привет, я новая официантка. А где твоя форма?